we have here Eldar Sagiro from Team Russia in red shirt. Снова спортсмен из России. Я думаю, российские болельщики сейчас особенно внимательно будут следить за этой схваткой. В предыдущем матче Эльдару Саидову не довелось побороться. Соперник просто убегал от него. In the other side we have Leonardo Di Paiva from Team Brazil in blue shirts. Леонардо Ди Пайва из Бразилии. Есть некая разница в возрасте, очевидно, у атлетов. Ну так. Слегка. Учитывая заточенность Саидова на сабмишн, мы, конечно же, надеемся, что вот бразилец-то с ним сейчас как-то более в открытую поборется, тем более, что в 1/8 он не боролся, для него сегодня первая схватка, он опять же свеженький. Ну и не сказать, что в своем поединке Курбанов как-то тоже сильно устал. Сразу он пытается запулить гард, при том так активно, это вот то самое атакующее падение на ягодичные мышцы, да, как мы сегодня выражаемся. Саидов владеет им мастерски. Саидов просто мастер этой фигни, да. Сразу, смотрите, закатывается прямо под бразильца. Все, под ножку, идет в ноги. Ножку взял, хук. Что-то похоже на X-Guard сейчас у него есть. Хорошо держит баланс бразилец. Но Саидов свой выход так куда-то найдет. Или в Ашигараме, или в 4.11 сейчас он пойдет, будет искать сабмишн. Есть у него 4.11, сейчас он пойдет, скорее всего, отсюда на хил. Плохо видно с этого ракурса, вот здесь видно получше. Идет на хил Саидов, вот. Очень хорошо выкатывается просто за пределы ковра бразилец, и за счет этого как раз-таки спасается. Так, что произошло с Леонардо? Болит нога или болит спина от падения? Не очень понятно сейчас. Спина, плечо. Возможно, ударился, да, во время падения об край вот этого помоста, по которому бойцы идут на татами. Да, неприятно, если закончится вот такой бытовой травмой, то есть травмой, полученной даже не в борьбе. Совсем не то, что хотелось бы, да, вот сейчас подходит. Но она как бы в борьбе получена. Ну, выкатывание за ковер немножко все-таки не то. Ну, там был плотный хил, да, и на самом-то деле. Давай мы его сейчас еще разочек посмотрим. Раз, плотно, да. Есть вот... Вкатился спиной, да, прям вот этот вот жесткий достаточно помост. Ну, вроде бы возвращается на татами бразилец. Секунда, он его подсказал, ну ты разомни плечо, сейчас все пройдет. Да. Специальная бразильская гимнастика. То есть с Саидовым у тебя как бы, да, вот такой выбор. Будет больно где-то, либо в ноге, либо в спине, либо в душе от того, что ты бегал всю схватку. Предлагает возвращает, вернуться, кстати, в позицию. Ту же позицию их, да. И, собственно, все. Филигранно, да, просто доделал ахилл Эльдар Саидов. Чем-то недоволен сейчас Леонардо. Он считает, что позиция рефери была выбрана неверно. Нет, ну да, такую позицию отдавать Саидову и просто давать старт, чтобы он начал делать ахилл, это, ну, такая себе история. Но это как пытаться увернуться от пули, мне кажется, мало достаточно шансов. Ну да, да, дабл Ашигарами, да. И все.